Горячо рад приветствовать. Продолжаем смотреть обзоры, напитки и спортивное питание. И вновь у нас рубрика обзоров на энергетики. Вот такой вот у нас Monster Energy. Сразу скажу, что с американским монстром он не имеет никакого отношения. Это русское дерьмецо. Хотя, возможно, он улучшился. Впервые я с ним столкнулся лет 5-7 назад. Сейчас посмотрите, как он выглядел раньше. Вот, и был это обычный лимонад с сахаром, химией, ни вкус, ничего. Но здесь уже я вижу, что то интересный состав энергетический, возможно, он исправился. Итак, давайте разбираться. Итак, сразу решил напомнить вам, как выглядит оригинально настоящий монстр. Да? Вот его дизайны. Вот это топовый монстр, настоящий. Обзор на него есть, но его взглянуть. Ну, ладно. Давайте разбираться. Начнем с оригинала. А вот такой вот у него дизайн. Monster Original. Да. Здесь у нас на пачке сразу написано. Кофеин, таурин, L-карнитин, витамин С. Уже неплохо. Уже что-то добавили. Добавили L-карнитин в стандартную форму. Ну, посмотрим. В состав у нас входит сахар, лимонная кислота, цитрат натрия, биологические добавки к пище, таурин, L-карнитин, ароматизатор, экстракт растительный, кофеин, глюкагонолактон, краситель Е150D, витамин С, бензоат натрия, краситель Е122. По калориям 50 килокалорий, 13 грамм углей. Такой средний, даже чуть выше среднего калорийности. Угли, естественно, в виде сахара. А изготавливает у нас это все некий лидер. Вот, значит, Люберецкий район, поселок Малаховка. Лидер co.в официальном сайте. Также еще производит у нас производство компания «Родник» в Ленинградской области, Гатчинский район, деревня Большая Колпаны. Ну, как-то вот так. И сразу перейдем к составу Mind. Да. Что же он у нас включает? Здесь у нас написано еще больше энергокомпонентов. Кофеин, L-тианин, таурин, L-карнитин, витамин. Но опять же, это аминокислоты у нас. Тианин и L-карнитин. Зеленый монстр. Состав. Вода, сахар, ароматизатор, энергия, мальтодекстрин, витамины премикс, сахарный колер 4, кофеин, глюконорлактон. Экстракт зеленого чая сухой, L-тианин, ароматизатор яблоко киви, консерва бензоат натрия, комплексная пищевая добавка зеленый, краситель Е102, Е104, Е131, как-то вот так. 45 килокалорий, 11 грамм углей в виде сахара, чуть поменьше, чем здесь на 2 грамма. Ну, в общем-то, состав, опять же, химический довольно много, там этих ешек, блядь, всего много. Что так, забыл сказать про цену. Данная Тара 0,5 в ленте обошлась по 46 рублей, что, в общем-то, дешевле нашего оригинального брата. Ну что, давайте пробовать. Запах уже неприятный, дешевый стандарт энергетики, еще и покрашивают как-то. Вот что-то я даже не хочу полный стакан пить, не знаю. Видно, сильно газированный, отдает какими-то ягодами, такими химическими, ну уже сразу. В общем-то, понятно. Давайте попробуем. Ничего, кстати. Вкус терпимый. Но прям чувствуется химоза. Вот. Не знаю. Неприятно его пить. Прочитаешь состав. Начинаешь пить. Вот такой вот фу. Не, ребят, не пойдет. Еще больше гадости. Ну, запах приятный. Отдает, знаете, конфеты яблочные. Яблочные конфеты. Цвет тут у меня едкий. Хотя здесь красители еще больше. Ну-ка попробуем. Ну, вот этот уже пить можно. Пить можно. Но опять же, реально чувствуется перебор вот этой вот химии, неестественный вкус.
ощущение, что это газированная конфета. Прям сладкая. Лично у меня не возникает желания пить газированную конфету. Не знаю, ребята, в общем-то... Ну, пить можно зеленый, кстати, можно подтягивать, но вот красный... Это... Не пойдем. Что могу сказать в заключение? Ну, поставлю я зеленому 2 балла из 5. Пить его можно, в принципе. Он дешевый, дизайн, ну, неплох. Неплох. Как энергетик, конечно, он опять слабенький. А самый ужасный в нем состав. Ну, столько много вот этих всех красителей, всю эту фигню, вот такой вот состав. То есть для чего? Если мы сравним с оригинальным, да, то есть здесь у нас, вот смотрите, почувствуйте разницу. Лимонная кислота, таурин, ароматизатор, кофеин, сукралоза, консервант сорбиновая кислота, L-карнитин, L-тартрат, ниацин, соль, экстракт женьшеня, пантотеновая кислота, экстракт гуараны и назид. Все. Почувствуйте разницу. И это он, кстати, без сахара. Если сравнить с ВР, опять же, да, то есть здесь тоже сахар, концентрированные соки, апельсин, лимон, глюкоза, мякоть лимона, натуральный ароматизатор, таурин, экстракт женьшеня, антиокислитель, аскорбиновая кислота, кофеин, ниацин, L-карнитин, L-тартрат, сукралоза, экстракт гуарана, инозит, рибофлавин. Ну, почувствуйте разницу, да? Так тут и вкус нормальный. А вот эта вот гадость, нет, это, ребята, это нам не по пути с ней. Поэтому что, зеленый 2 балла из 5, в принципе, выпить можно. Пить, ну, не советую, крайне, это вообще, фу, ужасное пойло. 1 балл из 5 вообще не советую. В общем, не бейте данный монстр фейковый. Вот монстр, это монстр. А это полная херь. На этом все. Спасибо за внимание. Читайте составы. Будьте здоровы. Увидимся.